Кадерле, дорогая моя Неней. Мин Томас Легук. Хин мини хохта. Ты заботилась обо мне еще до моего рождения. И кажется, я помню тебя до того, как появился на свет. Твою добрую суету и умение все успевать. Я помню твою заботу, которая всегда меня опережала. Ты как будто умела любить наперед и никогда не ждала просьбы, помогая до того, как к тебе обращались. Незаметно, как умеешь только ты. Может, потому что ты любила заранее готовить? Или потому что обожала делать сюрпризы? Но ты всегда говорила, есть вещи, о которых люди не попросят. И помогать нужно, не дожидаясь просьбы, но принимая благодарность. Я знаю, дорогая моя Неней, ты сама за всю свою жизнь никого о помощи не просила. Даже если помощь была тебе нужна, ты пыталась справляться сама, оберегала нас от переживаний. Но бывает так, когда самой уже не справиться. И теперь, когда я вырос, и могу сам позаботиться о тебе, чтобы не было больно, страшно, чтобы не было одиноко, я обещаю через всю жизнь пронести все твои заветы. Не есть бульон без коротки. Помогать, не дожидаясь просьбы о помощи. И любить всегда наперед. В конце жизни о помощи просить тяжело, но в конце жизни такая помощь необходима. Уфимский хоспис.